если говорить совсем всерьез, нельзя быть действительно художественным театром и быть, ну, как бы сказать, доходным. И так никогда в истории не было. И сегодня на Западе, где, как бы сказать, по-настоящему коммерческий театр, это только мюзикл, который тиражируется, который делается как завод. Это, я просто сталкивался, потому что один раз меня попытались втянуть в создание этого продукта, я понял, что это абсолютно антихудожественное дело. А сегодня, раньше он создавался так же, как нормальный театр, сегодня целый завод, целая такая фирма, которая работает, каждый шаг, каждая реплика обсуждается целым отделом, потому что ее должны прослушать там 10 или 20 или 30 миллионов зрителей. Потом это тиражируется и играется до 30 миллионов. Вот это приносит доход. Если он проваливается, и его не смотрят там на Бродвее или в Вест-Энде полгода, то он съедает все миллионы, которые потрачены, и все, его сразу снимают, потому что миллионы надо возвращать. Чем больше ты играешь, тем больше ты теряешь. Поэтому это совсем другая система. Театр художественный всегда нуждается во вкладывании средств. И это, как бы сказать, не было бы написано ни одной великой картины, ни Тицианом, ни Рубенсом, ни Веласкесом, если бы не великие меценаты, чаще всего это императоры, князья, герцоги и прочие отвратительные люди, которые, как бы сказать, оплачивали создание этой особой красоты. В социальном, действительно социально ответственном государстве создание этой красоты, если уже нету королей, герцогов и прочих отвратительных людей, должно оплачивать государство. И должно оплачивать не по остаточному уровню, как это было при советской власти, и как это осталось сегодня, а должно оплачивать полной, достойной и звонкой монеты, понимая, что действительно огромная ответственность за духовное, не просто здоровье, а за духовное выживание и существование нации. И то, что мы, артисты и художники, не способны, как бы сказать, выразить это общественное мнение, мы так одиноки, разобщены, не способны донести это до руководителей не только нашей страны, точно так же, к сожалению, ухудшается ситуация во Франции. Во Франции в последнем, вот здесь приезжали, я могу ошибаться, но мне кажется, я не ошибаюсь, в программе ни одного претендента, то есть в программе, не так скажем, в программе всех претендентов на президентский пост не было сказано ни слова о культуре. В программе всех претендентов на недавних парламентских выборах не было сказано ни слова о культуре. Таких, это первый, по сути, раз в истории Франции. Это великая культурная держава. Почему-то это стало казаться неважным. Это огромная психологическая, гуманитарная проблема, ставящая мир, как мне кажется, на край гуманитарной трагедии. Потому что это говорит, во-первых, о том, что неинтеллигентные люди все больше приходят к власти, что они не понимают значения культуры и не несут за нее ответственность. А значит, они не несут ответственность за сохранение и продолжение гуманизма. Это очень серьезный вопрос, на самом деле. Здесь дело не в том, чтобы с протянутой рукой ходить, как мы действительно ходим, находя средства, и благодарим за них, потому что все равно тот, кто дает, особенно из тех, кто не должен давать, всегда за это огромное спасибо и огромный молодец, мы благодарны, так скажем, всем тем, кто нам помогает. Но государство, конечно, должно в этом участвовать совсем на других принципах, чем это сегодня происходит, я глубоко в этом убежден. И не только, и даже в кризисные годы, а ведь мы прожили не кризисные годы, когда
театрам все равно жилось не намного легче. Хотя кое-что было сделано, там были даны гранты президенту, за это большое спасибо, действительно большое спасибо. Но это спасение для очень небольшого части театра. Я думаю, что это общая проблема для всего мира. Поэтому мне кажется очень важным пропагандировать систему художественно-репертуарного театра. Поэтому мне кажется очень важно об этом говорить. И я пытаюсь действительно тоже во всех интервью, пресс-конференциях, наших будущих больших парижских гастролей, которые будут построены по принципу репертуара впервые в истории, по сути, драматического театра. Мне хочется как-то обратить внимание не только зрителей, прежде всего зрителей, потому что они есть общественность, но и тех, кто руководит культурой или социумом, что вне такого театра, вне его поддержки культура умрет.